Ребята, наконец-то все позади. Все нормально у вас? Да вроде хорошо. Все хорошо чувствуете? Все прекрасно. Да? Да нет. Позвоночник целый? А мы не прыгали, мы в водоизмещающем режиме. Ну да, вот так вот, тихонько. Тихонько? Далеко ходили? Нет. Нет? А как в водоизмещающем? Далеко. Ну, можно идти туда часа 4, обратно 4. Ну вот мы 2 туда, 2 обратно. Серьезно? 2 часа шли на точку? Да. А точка была одна, если не секрет? Нет. Несколько? Да. Район? Нет. Нет, точечки, локальные точечки. Мы даже три часа даже бодались на одной точке с господином Кудиновым. А, вот так даже? Да. Ну, мы сегодня смотрели эфир Кудинова, у него же был оператор, они ловили в каком-то заливчике. Да. И вы тоже, да? В устье речушки зашли. Да. И там же вот какая-то водокачечка, и около нее у вас там баталии были. Там тихо, спокойно. Да, ветра нет, прям чилаут такой, да? Да. Ну, вы скажите, обед-то съели? Чуть-чуть. Не зашел. Не зашел? Ну расскажите немножко, что вы видели на дне, ловились как все с бугра, не знаю, там, с пеньков, что там было в этом заливе такого интересного, что вы туда ну, легкий рельеф. Ну, допустим, в заливе, где мы пытались ловить, там где-то с 9 на 7 рельеф, там очень много бели зашло, и, соответственно, ловил судак, но мы несколько поймали, но они были незачетные, то есть не дотягивали. Точнее, мы даже взяли зачетного, но он оказался за хвостик. А, вот взяли его, да. Багранули что ли? Багранули, да. Ну, сэр Кудинов, насколько я знаю, ловил щук рядом с вами. Да, и мы тоже несколько щук тоже поймали. Да, несколько щук поймали. А зачет клюнул во сколько? Мы тут статистику ведем. Зачет. Ваш зачет. Наш зачет где-то за 2 часа где-то, да? Ну, около того. Я думал, здесь написано будет. Нет, мы тут, к сожалению, где-то за 2 часа до финиша уже такие отчаявшиеся ехали практически к финишу и проверяли свои наработочки. Которые как бы из-за шторма как бы оставили на второй день. Поклевка хорошая, серьезная рыба была одна. Нет. Были прецеденты. Были серьезные поклевки и срезы в коряжнике именно рыбой поклевки. То есть коряжку обратно. А флюшку вы ставите или нет? Тут, кстати, ну, если немножко будет. Подальше посмотреть, там будет хорошая очень поклевка. Слушайте, а ловили на что? Ну. Это не увидит конкурент, это до завтрашнего дня. Просто вот на что? Савамура и поролон. А размер? 4-5. Да, ну, в основном 4-5. Семь-то мелкие, да? 5 нормально. Ну, обычные. Пытались ловить на маленькие. Без разницы. Ну, если в корягах ловишь, там, в принципе, без разницы. Ну что, глянем? Даже на рак. Давайте посмотрим. Давай посмотрим. Все выглядело со стороны, думаю, вам тоже будет интересно. Смотри-ка. Это вот ваша удочка. Что это за удочка такая? Вот это вот. Это Батсон. Что? Батсон Rainbow Shadow. Господи, названия-то какие. 4 слова сейчас сказал. Да, каких-то ругательных. Нет, 3. Это кастинговая снасть? Да, да. Что-то там. И ловишь через пальчики по классике? Да. Ты можешь его выдвинуть ты чуть-чуть? Готов? Я не вижу. Меряем. Подожди. Иди на нос. Блять, а куда я линейку-то убрал? Зачет. Чего? Зачет. Ты думаешь? Да. А где считается? Вот. Вот эти? Да. Точно? Вот, зачет. Вот эти штучки? Да. Не вот это же? Нет, зачет. Один, но есть. Воды. Так. Убери его пока в подсак. Савамура. Савамура? Да. Пока в подсак его убирай. Его колоть. Подержу. Держи тогда, чтобы не вился просто. Мы абсолютно ловим разными весами, то есть специально. Специально не потому, что кому-то нравится. Один ловит, если легким на зависание, другой ловит тяжелым. То есть, чтобы
как бы не было повторений у напарников, ни приманок, ни весов. То есть, совершенно разные, да, Славян? Абсолютно. То есть, ну, вилку весов можете назвать? Ну, у меня от 12 до 45. Даже до 45, да? Да, то есть ловите теперь, к сожалению, тоже. Ну и глубины тоже разные. Ну да. Здесь вот... Переутяжеление здесь тяжело сделать. Пятнашечка? Вы его с 15 подняли? Ну, его не с 15, стояли. А им где-то там наверху бровочки взяли. Да, да, тут он наслали. Слушай, а за тренировки вообще, в принципе, что происходило? Ловили рыбу? Ну, да. Много, часто? Ну, размер? Ну, как правило, на тренировках ищем, в основном не ловим. То есть, как бы, потенциал места... То есть, места... там, без всяких загнутых крючков обходится, да? Ну, ну, смотри, я... Чуть, иногда, про, иногда чуть, как бы, второстепенные точки на них можем потестировать. Я выступал много. Вот, вот нашел ты какую-то там локацию, да. Точку. Как ты понимаешь, что, что она у тебя будет играть в туре? По какому принципу? Ну, тебе же что-то поймать нужно. Ну, во-первых, по количеству рыбы можно поймать. Если там 1-2 стоит, это не точка. То есть на нормальной точке должно быть иное количество рыбы нормального размера. И, соответственно, ну, которую ты фиксируешь в прибор. Я ее вижу и, соответственно, проверяешь ее неоднократно. Если она есть рыба, где точки сегодня есть, завтра нет, есть точки, где рыба стоит. Но ты кидаешь туда постоянно? Нет, просто глазами смотришь, что рыбка на месте. Что запомнилось на Горьковке больше всего? Шторма. Шторма? А кроме? Ну, какое-то, может, поведение рыбы? Очень быстро ходовая рыба, на самом деле. Очень быстро ходит рыба, много. Двигается? Ну, это осенний, это везде ходит. 2,556 на грани зачета. Судак был ровно 65, да, то, что надо. Вот из того, что сегодня клевало, было ощущение, что были рыбы крупнее, тяжелее? Ну, вот забагренная вот. Рыбка такая. Ну, он такая, был за 65, да? Ну, да, она зачем? Там точно. Ну, мы его даже в подсак не принимали, но было видно из-за этого. Ну, сразу. Стряхнули, да. И потом вот как раз была поклевка. Ну, было по ощущениям тяжелее, нет? Ну, срез всегда кажется больше. Ну, любая рыба, которая сходит, она априори прям вот лошадь. Парни, тем не менее, четвертое место ваше. Не знаю, как мы завтра посадим к вам оператора, а он завтра будет вместе с вами, поэтому вам надо будет... Мы тоже не знаем. Тяжело будет. Тяжело. Видеть. Вопросов нет. Хорошего вам вечера, набирайте сил. Хорошо, завтра встречаемся на старте. Ну а вы, ребята, 12.45, такой вот тестовый диапазон. Широченный, завтра будем наблюдать. Если будут какие-то моменты интересные, пожалуйста, комментируйте. Это полезно для всех тех, кто следит за турниром, и для всех тех, кто ловит судака. Ведь мы же не только для того, чтобы... поймать, поделиться опытом надо немножечко. Хорошо? Все, спасибо, парни. Хорошего вечера. Не буду задерживать. Давайте, ужинайте наконец-то уже.